In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate.
Друзья, всем привет, добро пожаловать! Мы начинаем прохождение игры Dark Souls, обновленная версия. Я желаю всем приятного просмотра. Ну и давайте делать ноги из этой тюрьмы. Так, посмотрите-ка, а там у нас демон. Но правда, он на нас внимания никакого не обращает, и это, в принципе, хорошо, потому что у нас вообще никакого оружия нет. У нас даже нет щита. Так, здесь ничего интересного. Ну, давайте будем подниматься. Итак, подсказочка. Отдых у костра восстановит здоровье. Ну, нам, в принципе, и восстанавливать-то нечего. У нас со здоровьем все в порядке. А вон там, посмотрите. Демон пытается устроить нам засаду. А мы уже знаем, что он там. Убегай! Побежали. Побежали. Ну так. Отлично. Ну потому что, правда, ребят, у нас нет меча. У нас нет щита. Каким образом мы с вами планировали, точнее, если кто-то планировал с ним биться? Вот этим обрубком непонятно чего? Ну нет. Так, бери щит. Окей. Хватаем треугольный щит. Вот он, щит. Давайте ставим. Это можно сразу убрать. Ну и куда ты побежал? Не убегай. А вот, пожалуйста, и длинный меч. Это обычный прямой меч. Все. Пойдем догоним эту нежить. Ух! Что-то я прям даже не видел. Но это нифига страшного, потому что он совсем немного у нас отнял здоровье. Так, видим там какой-то рыцарь в заточении. Что будем с вами делать? Так, какой-то круглый предмет там наверху. Да, нежить пытается устроить нам засаду. Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now, and thank you. Мы слышали с вами характерный звук. Это означает, что тот рыцарь умер. Но с него выпадает еще 100 душ. А вот, пожалуйста, использовали тот самый ключ, который нам и дали. Так, пинок. Это все подсказки по управлению. Ну давай, нежить, иди сюда. Да, блин. Давай-ка, вот так тебе. Еще один. Получай. Да, кстати, почему бы не попробовать забэкстебить? Дайте-ка. Не? Не получается? Да ты чё, блин? Бэкстеп. Чё-то не идёт. Хм, ну ладно. Так-с. Давайте посмотрим. Эта дверь заперта.
И пока мы не раздобудем ключ, сюда смысла возвращаться нет. Ну что ж, проходим. Вот теперь мы с вами сможем сразиться с этим демоном прибежища. Полетели. Круто. Нравится. Вот так. Ну. Ну и все, конец ему. Вот так-то. С него мы получаем большой ключ паломника, человечность, ну и, конечно, какое-то количество душ. 2000. Ну все, можно сказать, мы с вами выбрались из этой тюрьмы. Поэтому бежим туда. Бежим наверх. Так, хотя подождите. Спускаемся вот сюда. Наслаждаемся пейзажами. Забираем этот предмет. Это душа пропавшего мертвеца. А вот теперь отправляемся туда, на самый верх. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Лодрен. Итак, в Лордране можно получать новые уровни, и не успел, к сожалению, прочитать. Но вот у нас первый обитатель. What do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Ah, your face. You're practically hollow. But who knows? Going hollow could solve quite a bit. Ну что ж, это на самом деле очень хорошо, то, что у него такое хорошее настроение. Здесь подберем человечность. Я бы, наверное, хотел еще кое-что поменять. Снимем с вами шлем. Давайте-ка используем человечность. Я бы хотел принять нормальный человеческий облик. Для этого нужно обратить опустошение. Итак, смотрите, вот такой у нас фокус. Та-дам! И человечность восстановлена. И кроме того, именно на этом костре мы с вами можем получать 10 фляг Сестуса. Это круто. Ну что ж, пойдем поищем других обитателей, осмотрим эти руины храма огня. Здравствуй. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland.
Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Oh my, you again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Ну а почему нет? Very well. Then first, a covenant with the gods. Now let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. Это мы с вами выучили жест, и я думаю, что парочку диалогов стоит послушать. My companions are Milady and her young knights. She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses to keep her from harm. An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. Вы знаете, по правде говоря, пока, наверное, не готов использовать вот эти души. I'm afraid that may be difficult, for our missions are sacred. Все, выходим. Come again. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. Хорошо. Все понятно. Так, продолжаем исследовать руины храма огня. Так, туда мы с вами пройдем. А вот здесь лут. Душа пропавшего мертвеца. Это неплохо. Смотрим, какая-то шахта. Прикольно. Опаньки. И давайте теперь посмотрим, что в этих сундуках. 6 косточек возвращения. Моргенштерн, талисман. Треснувшее красное око. И вот тут, поглядите, тоже сундук. 4 талисмана Ллойда. Окей. Так, погнали. Погнали. Надо быстрее убраться с этого кладбища. Потому что эти скелеты нам дадут прикурить. Давай быстрее. Двуручный меч. Неплохо. Так. Не смей меня трогать, бинокль. Офигеть! Вы посмотрите, аж сотрясается земля от этих ударов. Так, еще один. Крылатое копье. Бежим. Ух, устал. Убегаем. Так, наверное... Друзья, нужно поднять уровень, и все, я, пожалуй, вложу в силу. Ну вот, отдохнули, а вот теперь можно идти. Пойдем мы с вами вон туда наверх. Отлично. Давай, подходи. Ну, почти. Ты чё это? Офигел, что ли? Пока. Это была засада. Сюда, беги. Давай. Нифига себе прыжочек. Вау, как мне фартануло. Душа мертвеца.
вот это да. Все. Так, вон там валяется какая-то вещь. Ну, конечно, мы с вами будем все подбирать, потому что Dark Souls это очень важный аспект игры. А именно поиск нахождения лута, вот этих душ, мечей, оружия. Ну, вы, короче, поняли. С этой стороны, к сожалению, не открыть. Это будет короткий путь из какой-то другой локации. Ну а мы с вами поднимаемся. И это у нас город нежити. Ой. Отлично. Так. Здесь большая душа. Это круто. Обычная душа. Все. Так, там нифига интересного нет. Ой, блин. Засаду хотели устроить. Ну, получай. А вон там еще одни висят. Разбойники, блин. Ничего, ничего, сейчас мы с ними вот так и полетим. Блин, мусор! Нашли, конечно, что положить. Ну ладно, не будем жаловаться. Вон там, я думаю, что-то вкусное будет. Итак, посмотрим. Да, это человечность. Ну что ж, давайте будем проходить через стену белого света. Успел, успел, я успел. И получай. Хорошенько так пробивается его щит. Ну, потому что он фиговый сам по себе. Так, смотрим. Тут нифига. Здесь душа пропавшего мертвеца. Неплохо. А вот и дракоша. Ну давай, давай, давай. Вот так. Ваншот. Достал. Вот, посмотри, еще что-то есть. Треснувший щит. Я буду первым. Отлично. Деревянный щит. Но в любом случае наш щит будет лучше. Это 100%. Ну что ж, ребят, добрались с вами... Сейчас, подожди. До костра. На этом, я думаю, первую серию мы с вами закончим. Всем большое спасибо за просмотр. И не забывайте ставить пальцы вверх.